Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Fritz & Games. Мы продолжаем с вами играть в Hogwarts Legacy. Так, вырастите и соберите урожай водорослей. Еще 14 минут ждать, ничего не могу сделать. Раздобудьте все три боевых растения и одновременно используйте их в деле. У меня есть, по сути, все, кроме мандрагоры. Мандрагора, соответственно, еще растет. Вот, в целом, пока у нас все это мероприятие готовится, мы можем сгонять, выполнить, например, лопните воздушные шары над станцией Хогсмид и лопните воздушные шары вокруг поля для квиддича. Давай вот это попробуем, да? Я не знаю, что это за воздушные шары, но тем не менее. Нет, точнее, я их видел на самом деле. Где-то. Но каким образом их надо хлопать? Карта мира. Ага. Сюда. А телепортнуться я могу ровным счетом... Ну, давай, в принципе, сюда телепортнемся, там пролетим немножко и сделаем. Там еще у нас еще страница, к тому же, есть. Тайна Мерлина какая-то непонятная. Кстати, не прочитал еще комментарии по прошлой серии. Может, там как раз подсказали, как ту загадку Мерлина пройти. Так, я могу летать? Могу летать. Ну, все, я тогда полетел, собственно. Подожди, а... Это меня куда ведет? Что это за точка? Куда она меня ведет? Я не понял. Стоп. Нет, все правильно. А, это, наверное... То справа, слева, это другие задания. Все, окей, я усек. И где здесь воздушные шары? Ага. А как их хлопать? В смысле? Ну ты слышь, ни хера себе. Вот это вот я сейчас не понял. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Оталин Гэмбл приобрела паровоз для перевозки студентов в Хогвартс. Станция появилась в Хогсмиде практически за одну ночь, сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар ложной памяти на магловских рабочих и крупнейшее в Британии применение чар сокрытия. Хорошо, в целом, а как мне это лопать? Ети же, пассатижи, что серьезно? Я-то думал. Ядрёна батона. Блинский. А мне еще не хватает два шарика. А где они тут? Так, вот раз вижу. Все, 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 все увидел, увидел, увидел. Бляха. Подожди, малеха. Есть контакт. Все шикарно. А здесь у меня где-то есть еще загадка Мерлина. Could it be? А, кстати, а у меня эти же заканчивались. Сладкая мальва. Блин, я совсем забыл. Твою-то мать. Не дать, не взять. Надо мальву где-то прикупить. Либо купить, либо вырастить. А еще проблемы с баблосом. Надо где-то раздоб...
Не-н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 е, надо. Я пока не готов к такому. Надо где-то раздобыть капусту для того, чтобы купить горшков, немереное количество семян, а пупена здоровенное количество. И непосредственно все это... Ой-ой-ой, я думал, там проход есть. И непосредственно все это повыращивать. Главный вопрос, где? А вот и шары подъехали. Стоять. Так, скорость здесь не важна, я понял. То есть просто прикасаюсь, и они в любом случае лопаются. Окей, допустим. А почему мне, кстати, этот дурачок не звонит, который по улучшению для метлы? Ага, все увидел. Почти красивый разворот получился. Хорошо. Все, я готов к новому заклинанию. Лопайте шары. Да легко. Сколько времени прошло? 6 минут. А, я время засекаю для того, чтобы... пам-пам-пам-пам-пам. Понять, когда у меня там выросло что. Мы же теперь еще и садоводы, а не просто волшебники. Да я отлично справляюсь с заданиями в целом. Всегда. Уважаемая мадам Кагава, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. А, так подожди, это я уже читал, только это не здесь, кстати, было написано. Уважаемая мадам Кагава, я рада, что вы займете должность инструктора полетной подготовки в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающейся, как то приключение в гавани Йокогамы. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. Опа, а это мой сундучок. О, хорошо, это я продам, кстати. Мадам Кагава, все ваши задания выполнены. Чудесно. Полагаю, теперь вы лучше владеете метлой. Естественно. Да, профессор. Приятно слышать. Продолжайте в том же духе, и, возможно, когда-нибудь вам удастся попасть в команду по квиддичу. Если, конечно, Блэк снимет запрет на квиддич. Что ж, задание выполнено. Давайте приступим. Итак, Гладциус. Допустим. А что этот Гладциус делает? А, заморозка. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my... Так, Гладциус, вот он. По идее, в теории мне должен в борьбе помогать. Before taking it out into the world. There you go. Catching him quickly. Шикарное заклинание. Мне очень нравится. Так, хорошо, ладно, допустим. Что это было? Так, ладно. Не то. Жи. Так, шлем. Депульса. Поговорите с Сироной в трех метлах. Поговорите, что это... О, вот. Поговорите с Гледвином Муном. Наконец-то, Алахамора. Ёптель, птеродактиль. Как давно я тебя ждал. Помчали. Куда мне? Далеко идти-то? Ага. Так, подожди. Здесь неизвестные перчатки. 7 из 24. 7 из 24 это хорошо. Здесь это записки. Сюда коллекция. Это немного не то, что мне хотелось. И здесь исследование. Бляха, только 7%. Метла танец в ночи. А, тут на метлу есть скины. Да ладно. Ох, нихера себе.
Эх, а мне не нравятся метла с седлами. Ну ладно, это хоть что-то новое, пусть будет. Так, отлично, на метлу еще скины, оказывается, есть. А интересно, будет здесь скин типа Нимбус? Я понимаю, что Нимбус 2000 это из Гарри Поттера, но, блин, ну мало ли, может, фирма-то древняя, там не Windows 2000, а не Windows. Не Нимбус 2000, а Нимбус 200, например. Почему бы и нет? Здрасте, здрасте. Ой, я сейчас выучу Алахамора, что я буду творить вообще просто дичь, грязь. Пойду сразу хитроумные ключи искать. Я ведь уже даже знаю плюс-минус, куда мне. Ну-ну. Полетели. Ну так просто быстрее будет. А тут же был вход? Нет, тут не было, в смысле не было входа. Как не было входа? Всегда был вход. Не прола... В окно не влезаю. Это вы? Да, это я. Останься своими сплюнь камнями. Да ну тихо вы. А кто такой Гледвин Мун? Гледвин Мун, что-то знакомое. А это не смотритель, который Гледвин Мун? Это же вроде смотритель. Да, это этот алкаш. Снова здравствуйте, мистер Мун. Я надеялся увидеть вас снова. Гледвин Мун, смотритель Хогвартса к вашим услугам. В первую очередь, позвольте принести извинения за то, что был немного не в себе. Одна встреча привела меня в полнейшее замешательство. Ага, встреча с бутылкой, походу. Впрочем, я слышал, что у вас во время последнего визита в Хогсмид было куда больше приключений, чем у меня. Пожалуй, приключений вправду было предостаточно. Особенно нападение троллей. Безусловно. Насколько я понимаю, жителям деревни очень повезло, что вы там оказались. Между прочим, после своего недавнего визита в Хогсмид, я и хотел вас увидеть. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Заметили ту любопытную статуэтку? Понаблюдайте, что происходит с ней ночью, когда дневной свет угасает. Прям вот так. Нормально, а? О. И чё? Не понял. Луна Деми Маски? Так, ты подожди, ты куда? Так, статуи стали появляться по всему замку, и по Хогсмиду их тоже было разбросано немало. Кажется, кто-то пытается меня помучить. Понимаете, в тот день в Хогсмиде завернул я за угол, и тут Богатор. Ну или привидение, которое меняет свой вид, если можно так сказать. А, Богарт, точно. А Богарт принимает форму того, что тебя больше всего пугает. Этот принял форму Деми Маски. Деми Маска? Да, жуткое создание, способное видеть будущее. От них мороз по коже. Я повстречался с одним в детстве, еще в Корее. Страшные воспоминания. Это статуи Деми Масок. А луны, я так полагаю, примитивный намек на мою фамилию. Какие-то негодяи использовали Богарта, чтобы узнать мой самый большой страх и использовать это против меня. И если здесь у меня подозрения насчет того, какой гад или гады это затеяли, надеюсь, они совершат ошибку и раскроют себя, когда статуи исчезнут. Именно поэтому мне нужна ваша помощь, чтобы убрать статуи. Почему именно моя? Честно говоря, на то есть пара причин. Во-первых, после мужественного боя с троллями, в Хогвартсе вас считают бесстрашным человеком. Допустим. Во-вторых, какими бы зловещими и жуткими ни были Деми Маски, большинство людей сочтет мой страх беспочвенным. Но вы же видели, как они на меня действуют.
Я уже не знаю, что и придумать. Просто не могу заставить себя подойти к ним. Мне известно, что две статуи стоят прямо здесь, в башне преподавателей. Для начала, наверное, просто уберите их, чтобы я мог вернуться к своим обязанностям. Я с радостью помогу вам, мистер Мун. Я знал, что могу рассчитывать на вас. Во-первых, вы уже умеете накладывать дезиллюминирующие заклинания, да? Нужно это сделать, прежде чем бродить по башне ночью. А потом вы увидите, что дверь закрыта. Как же попасть внутрь? Скажите «Аллахамора», и все. А как же отбой? Отбой? Вздор. Вы напоминаете мне меня самого в этом возрасте. Казалось, в школе мне все пути открыты. И я этим пользовался. И все меня за это любили. Ах, вот были денечки. Короче, одну статую вы найдете в ванной старост, а еще одну в больничном крыле. Удачи и спасибо. Вот что самое интересное, это ровно три места, где мы еще не были, и нам не хватает ровно трех ключей, понимаешь? Может, так оно и есть? Так, Аллахамора. Наилучшие заклинания. Бляха, что ж так долго-то тянули? Где оно? Где? Не вижу. Это как это? То есть это... Я еще должен и замки взламывать вручную? Это наглость, конечно. Ну да ладно, допустим. Бляха, это ж только первого уровня замки. Да, прям все, что ли? Я думал, это просто обучение будет. Не, ну... Блинский... Это будет долго. Я уже не хочу их открывать. Мне это уже не нравится, если честно. Так, дорогая Мирабель, Дот справлялась, как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. Если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее? После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах. Веришь ли, старых носков? Я все перепробовал, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя увидеть с растениями или без. Твоя подруга, Сирона. Так, а где у меня заклинание? Ага. Учителей пока грабану по тихой лавочке. По идее, они должны быть, кстати, зажиточные. Я так думаю. Я могу ошибаться. А вот и шкафчик первый. Опа, сундучки. О, хар. Вот ты какая тварь. Ну ты тв... То есть мне получается, чтобы прокачивать заклинания, надо искать эти всратые луны. Блин. О, хорош. Я только хотел забить на них болтяру, а не выйдет, походу. Так, ну ладно.
Напоминание персоналу. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может застать их врасплох. Однако на Медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшный. Бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Уизли. Матильда, если что. Опа. Ну пойдем, дружок. А я могу тебе? Бляха, не могу. Я хотел этому... Это... Окулус, не окулус, как оно? Ну короче, заколдовать его. Типа остолбеней, но не остолбеней. Ну давай. Осталось два последних. Хорошечно. Я вспомнил еще одно место, где мы тот же не были. Ну что, походу мне скрытность придется, малеха, прокачать. А как мне от этого хера избавиться? Так, 13.5. Это у нас 8. Паук. 8.8. Тогда получается 0. 0. Здесь у нас 11, вот эта хрень это 2, 9, а 9 это у нас... Ага. Во. Хорошечно. Никто меня даже и не заметил. Подумаешь, двери сами по себе открываются. Это Хогвартс, здесь такое на постоянной основе. Письменный стол, очень надо. Прям супер важная вещь. Неизвестно. Так, ладно, хорошо. Бляха, почему я его не могу заколдовать? Так хотелось от него избавиться. Ты это чего это? Серьезно? Ну ты мразь. Не, ну подождем, ладно. А есть у меня зелье невидимости? Ага, конечно. Бляха, да как же так-то? Я понимаю, для чего он отошел, чтобы я успел открыть те две двери, на которых висят замки. Но почему он отошел именно сейчас? Бляха, да ты издеваешься надо мной. Faculty tower is off limits to students. Пошел нахрен, ты меня не видишь. Второй уровень, понял. Да ну куда ты жрешь? Бляха, мне кажется, он меня спалит сейчас. Спалил. Падла. Петрификус Таталус. Точно. Почему я не могу использовать Петрификус Таталус? Ну это же безобидное заклинание. Я понимаю, если бы Авада Кедавра, да-да-да. Ну всего лишь Петрификус Таталус. Ну что в этом такого-то? Блин, ну ты серьезно? А, нет, кстати, то, что я уже собрал, уже все. Стоять. Сейчас не понял. Профессор Фиг, я получил сову. Прошу прощения за задержку, мне до сих пор приходит много корреспонденции насчет введенного в некоторое время назад запрета на Давиловку.
в Квиддиче. Каковой, на мой взгляд, привел эту игру в соответствии с реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет любоваться на расплющенного вратаря. Что касается нашего недавнего письма, смею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспринимают со всей серьезностью. Я принял к сведению ваши опасения, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволит плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас. Не сомневайтесь, ситуация под контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадует результат работы хорошо организованного и эффективно работающего правительства. С наилучшими пожеланиями, министр магии Феррис Спевин. Так, допустим. А я что, не заходил в этот кабинет, что ли? Тут потому что замок 2-го уровня. Я и думаю, что я вроде заходил. Так, а если я сейчас... Hello, Amora. Это же без палева было? Дорогой Абрахам, думаю, тебя порадует, что местные ребятишки повадились играть в плюй камни на улице прямо под окном твоего кабинета. Они такие славные. Я заметила, что у самой маленькой из них нет своих камней, и одолжила ей один из твоих наборов. Уверена, ты не против. Надеюсь, дела в замке идут хорошо. Я рада, что ты добрался без происшествий. Чудовищная история о том господине из министерства достигла и моих ушей. Он в самом деле ехал вместе с Элиазаром и кем-то из учеников? Просто ужасно. Напиши мне, когда выдастся минутка. Очень хочу узнать про участников поле призывателя в этом году. Твои ученики тебя просто обожают, дорогой. С любовью, мы. Ревелио. Кстати, дверь сама закрылась. Интересно. Хорош. И почему я не могу это забрать с собой? Обидно, однако. Ой, вот этот прикольный чувак. Бляха. А что тут картины вверх ногами, кстати, висят? Здрасте. Упырь, бляха. Так, это мое. Очень мало денег. Мне надо больше денег. Мало, мало, мало. Бляха. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Блять. Шарп. А еще на уроки к тебе хожу. Ну ты падла, конечно, зелеварительная. Сволота. Я как-то и не заметил даже. Прикольно, что сохраняется прогресс именно найденных предметов, да? То есть тебе не приходится искать опять же то же самое. Ой. Так, я смотрю, не все сохраняется. Ага, допустим. Ну, это было изи. Опа. А где страничка? Ну ты мразь. Ну туда явно как-то можно пройти. Разберемся. Опа, опа, опа. А вот еще один шкафчик. This must be the prefect's bathroom. Aloha, Mora. Давай быстренько откроем, пока этот хрен не прибежал.
Куда ты? Дебильный, я не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем сделали эти загадки. Ну вот, вскрытие замков. Это не сложно, это тратится время, а замков здесь огромное количество. Но сделали бы один раз, да, чтобы просто было понимание, как работает Алохомора. Все, зачем? Ну, блин. Хотя есть у меня мнение, что вполне вероятно. Не, вполне вероятно, что у меня есть мнение, конечно. Я думаю, что когда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, что когда мы изучим Алохомору второго уровня, то первого уровня замки будут открываться сами по себе. Это, конечно, не точно, но я думаю, что так и будет. Бляха, там ключ. Иди, иди. Ревелио. Давай, 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 дружок, давай, давай, дружище. Хорошо. Все, последний шкаф остался. Шикарно. Есть контакт. А я тут без палева пройду? Вроде да. Опа. Да вы запарили, а? Я уже не рад тому, что я изучил это заклинание. Не, ну серьезно, зачем на постоянной основе? Ну, так, ладно, хватит жаловаться. Сюда ходи. Что? Что за странный опасный звук? Где-то я тут сундук. Ревелио. Бляха, ну нет, ну там сундук. Сука, ну ты угребище игра, конечно. Не, ну по большому счету, наверное, это не имеет значения, потому что мы сможем вернуться обратно. Но есть один такой минус, что я не вижу третьего шкафа. Опа, 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 опа. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Теперь мне надо еще отсюда как-то сдрыснуть потихоньку. Hufflepuff? Well, Ravenclaw? I know when I see a winning bet. And Ravenclaw would not have been that. А где тут сундук был? Так, ладно, хрен с этим сундуком, пора сваливать отсюда. Что, поймают опять, по жопке настучат.
Где мои боевые заклинания? О, все хорошо. Блин, там какой-то хороший сундук. Он прям на карте отображается. Твою мать! А, так подожди, так а я статую уже, в принципе, забрал. Только не говорите, что мне сейчас заново придется их собирать. А ну. Ага. Ревелио. Бляха, я знаю, где тут большой сундук. Вот здесь. За замком второго уровня. Ну ладно. Твою мать, дебил! Тихо. Бляха, они передвигаются самыми неочевидными путями. Ревелио. О, вот еще большой сундук. Хочу. Не могу. Так, слышь, иди туда. Опа, тихо. Да ты... Вот зачем ты повернулся? Вот зачем ты повернулся? Объясни мне, зачем ты повернулся? Я ж туда магию делал. Ой, какой тут стелс отвратительный. Надо скрытность прокачивать. Прям до божественного высшего уровня. Но я в любой момент сюда могу вернуться. По идее... О, теперь сохранилось все это. Блять, зачем? Ревелио. Окей. Интересно, а зелье невидимости лучше, чем это заклинание невидимости? Где этот хрен? Стоит, сука. Ух, чуть не попался. Здорово, я все сделал. Ну, здравствуйте, мистер Мун. Вот луна, которую вы просили. Боже мой, вы в самом деле так бесстрашны, как я думал. Отличное начало. Если собрать больше, возможно, получится узнать, кто за всем этим стоит. А, конечно, в первую очередь, мое подозрение пало на Пинза. Он изводил предыдущего смотрителя Ранроса Карпа, пока тому не пришлось раньше времени выйти на пенсию. Но ведь это не объясняет, как в Хогсмите оказался Богарт. Конечно, нет. Я полон решимости разоблачить своего мучителя. С вашей помощью, разумеется. Это, безусловно, интересно выяснить. Мне не терпится разгадать эту тайну. Вы наделены тактом и академическим умом. И за вашу помощь я могу вам кое-что предложить. Не забывайте, что луны можно достать лишь ночью. И посему я призываю вас использовать при необходимости дезиллюминационное заклинание. Сколько статуй нужно найти? Точно не знаю, но я насчитал десятки. По-моему, они везде, куда ни глянь. Пора браться за работу, если мы хотим наконец разобраться, в чем дело. Ну что за награда, я в курсе. Вы обещали отблагодарить меня за помощь. Действительно, когда вы принесете мне достаточно лун, я покажу вам куда более мощные варианты заклинания Алахамора. Это уже, да, это мы уже узнали. Ведь не каждый замок так легко взломать, как тот, что висит на двери башни преподавателей.
Окей. Understood. Ясно, буду начеку. Благодарю вас. Да, всегда, пожалуйста. Знаешь, одно место, которое я вот вспомнил, оно находится... Нет, не Южное крыло. Вот это, мне кажется. Нет. Вот это, наверное. Там, где маятник качается, его можно застопорить. У меня теперь есть замораживающее заклинание. Мне кажется, это то, что мне необходимо для того, чтобы попасть в одну дверцу. Ну и плюс там две двери еще с замками, кстати. Вот, 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 смотри. О! Видал? Фонарь из тыквы. Офигенно, конечно. Шикарно. Зачем? И там еще одна дверь, кстати, с замком есть. Давай сразу ее тоже откроем. Сим-сим. Все. Не, ну это элементарная, конечно, загадка. Я не понимаю, почему их нельзя пропустить. Надо в меню опции... в меню настройках, чтобы была опция пропускать это все барахло. Так, я бабочки я ваши таскать не буду. Это эти отморозили часики, наверное. Ну, в принципе, заморозка, кстати, долго держит, неплохо. Так, и чё? Ах, ты мразь. Ты куда? В смысле? А, подожди. Наконец-то. А какой суперприз? Это прям миллион денег дадут? Ну хотя бы 1000 две. Так, есть. Все, хитроумные ключи все найдены. Я могу подняться еще выше. Еще одна дверь. Подожди, а я такую дверь еще внизу видел? Там 4 эмблемы. То есть мне надо 4 раза заморозить часики. Подожди, а где я видел? Вот. Подожди, подожди, подожди. И за каждой дверью что-то есть. Нечто весомое. Ну, кажется, мразь. Кстати, хорошая мразь. 500 копеек мне сейчас явно не повредит. Допустим, идем чуть повыше. Так, какая там дверь? А где тут дверь? Ага, следующая. Так, окей, я жду. Тебе помочь? Я не думал, что это сработает, если честно. Да ну зачем мне ваши украшения? Давай бабло и шмотки. Твою-то мать. Не, это не то, что мне надо было. Пойдем еще выше. Ага.
Хорошо. Раскройте секреты Хогвартса. Неизвестный наряд. Красотища-то какая. Жалко, что отсюда улететь нельзя. Ага. Бляха, как долго отсюда потом придется спускаться? Зато я нашел все хитроумные ключи. Подожди. Это всратый проход к учителям. В то время как движущиеся шестерни механизма часовой башни многих отпугивают, другие находят такое уединение заманчивым. Да, это же в учительскую проход. Да нет, стой, подожди. Да-да-да. Да, это проход в учительскую. Хорошо, ладно. Но мне в целом здесь больше делать нечего. Так, меня интересует... Что это за задание? Девять лун? Они на карте отображаются? А они что, на карте отображаются? Не, подожди, где мой гостиная Слизерина? Пойдем открываем. Мне еще надо в комнату сгонять, в эту... Выручай комната, точно, выручай комната, во. Выручай комнату, мне надо, чтобы меня выручили пару раз. Там у меня же какой-то снаряд есть, ой, снаряд, наряд легендарный. Во, зырь, глаза, пузырь. Another house token for the house chest. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. А, он сам открывается. И что? Well, look at that. Thanks going to the former headmistress, Eupraxia Mole. Серьезно? Блять, я буду теперь пожизненно в этом ходить. Бляха, просто за что? Вот объясни мне. Просто за что? Для чего ищешь 16 этих всратых шкафов, ключей, бегаешь, чтобы получить какой-то древний... И ведь это все при условии, что это скин. Это не шмот. Это всего лишь скин. А, бляха. Подожди, ага. Бляха, ну как так, ну... Не, ну это расстройство, я серьезно говорю, я реально расстроен, я прям, ну...
Я думал, ну ладно, хотя бы не шмот. У меня уже мысль была просто охереть не встать. А. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Поговорите с Нелли. Давай с Нелли поговорим. Блин, ну как, ну, ну за что? Ну что, светится что ли немножко? А, да, переливаются. Ну ладно. Хоть какой-то плюс. Да, блин, какие плюсы? Нет никаких плюсов. Ну, ну что... Дичь всратая. Вот как тут не сматериться? Вот серьезно. Ну это ж я извиняюсь за выражение, но это хуета. Столько времени просрать. И даже если ты, получается, открываешь их просто по сюжету, то есть это надо пройти сколько сюжета для того, чтобы открыть эту хрень и понять, что тебе дали... Да считай, ничего тебе не дали. А, это домовята. Привет, Нелли. Ну, вообще-то я уже нашел все ключи и открыл сундук моего факультета. О, как здорово. Ну что же там было? А на меня посмотри. Весьма замысловатый костюм. Ну и ну. Теперь мое любопытство удовлетворено. Мне давно хотелось узнать, какие тайны откроют эти ключи. Спасибо. Ну всегда пожалуйста, только в следующий раз сама ищи, ясно? Короста, блядь. Так, секретную комнату, поехали. Бляха, вот, стой. Так. Так, отлично. Ну, сюда. Ой, как много шмоток. Бляха, опять игра поломалась. Снижает урон, полученный от темных волшебников. Это, в принципе, неплохо. Я бы даже сказал, что хорошо. Что еще тут я нашел? Повышает урон, наносимый с помощью древней магии. А зачем я тогда эти очки одел? Вот же в разы лучше. Не по внешнему виду. Повышает урон, наносимый с помощью заклинания Круцио. Круцио. У меня просто нет пока этого заклинания, на самом деле. Но очень хотелось бы. Повышает урон, наносимый с помощью древней магии. А это что? А, ну то же самое, да? Здесь уже без разницы, что одевать. По сути, все равно ничего не видно. Проходи, я не могу в этом говне ходить. Ну, ну ты уж меня прости. Пошло оно к херам. Ой, все. Хочу так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все, я все посмотрел, все открыл, все, я красавчик. И инвентарь. Ага. Ну все, шикардосики. А как мне вот эти характеристики вставлять, доставать? Видимо, потом меня научат, да? Ну ладно. Ой, зелье невидимости на халявку. Шикардос. Удобрение. Стебель водорослей. Как приятно. Так, что у нас по времени? 54 минуты. Ладно, по заданиям. Значит, смотри, план на следующую серию. Мы что делаем? Задание профессора Чесноук. Для того, чтобы флипенда выучить. Далее, луны. Даже не буду пока заморачиваться, но, по идее, надо. И поговорить с Сироной в трех метлах. А что-то же я хотел. Что я хотел? Что у меня по деньгам?
983 копейки. Маловато будет. Даже если я продам, то все равно особо много денег не выручу. Здесь 90, здесь 90. 150. 150. 60, 90, 150. Не, ну слушай, в 2000 я могу. Мне кажется, до 2000. Давай попробуем. Ну, здесь что-то похоже, что вроде как бы вот что-то типа около двушки. Хотя у горшки не ебические купить. Там 2000 надо было или 3000 надо было? Блин, не помню. Слышь, покупаешь всякое разное? На. У меня заклинания Круцио нет, но я думаю, что мы найдем что-нибудь поинтереснее. Бляха, не хватает. А с двумя большими горшками получается надо 3000. С тремя средними 3000. С пятью маленькими 2500. И стенд 2000. Бляха, какую у вас всю дорогую в этом волшебном мире? Ну охереть не встать. Ну чё ж так, ну как так? О, нифига, у тебя две двери. А, ты хитрожоп. Кстати, подожди. Да. Да ты издеваешься. Да ты... Сука, походу надо искать эти луны. Тут все под замками второго уровня. Либо третьего. Так кого тут? Опа. Иди в жопу. О! Ну-ка дай-ка вот так вот. Вот я тебя на превьюшку потом возьму. Все, здесь остановимся, продолжим в следующий раз. Ты пока подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.